Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», до конца года планирует передать Минобороны Российской Федерации четвертый модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. В течение нескольких лет заказчику были переданы три самолета. Четвертый в высокой степени готовности планируем сдать в этом году, сказал представитель корпорации. Он также отметил, что А-50У представляет собой современные комплексы с цифровой аппаратурой. По сравнению с предшественником А-50, у модернизированной версии увеличена дальность полета. Комплекс А-50У – это полноценный воздушный командный пункт. Он предназначен для обнаружения и сопровождения наземных, воздушных и морских целей, оповещения о воздушной и надводной обстановке, управления авиацией при боевых действиях. Радиотехнический комплекс самолета способен вести одновременно сотни целей и видеть в радиусе до нескольких сотен километров. Предыдущий такой самолет был передан Минобороны в 2014 году.